One, two, three. Так, а где там моя презентация? Или она... Вы нажмите следующий слайд. А, оп, 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 оп. Еще раз. Так. Это я назад листаю, да? Судя по всему, да. О! Все, отлично, вперед. Слушайте, вот это да. Так, надеюсь, еще раз представлюсь, Андрей Гаврош, компания «Технотон». Надеюсь, что ваш мозг еще не занят на 100% мыслями о предстоящей гала-вечеринке, поэтому давайте поговорим по мониторингу дизельных генераторов. Хочу с вами поделиться опытом, который накопила наша компания, и видением, как мы такой мониторинг строим, какие технологии применяем, соответственно, какое оборудование устанавливаем. Итак, прежде всего, необходимо понять, для чего это все нужно. То есть, почему клиенты спрашивают про систему мониторинга дизель-генераторов. Наверняка ни для кого из вас не секрет, что ДГУшки, давайте их так называть, это просто понятно, они являются источником бесперебойного питания дорогостоящих агрегатов, различных производственных процессов, ну, например, буровые установки, да, и процесс бурения. В некоторых случаях даже обеспечивают жизнедеятельность. Это дизель-генераторные установки, устанавливаемые в каждой больнице, они обязательно есть. Они же могут напрямую влиять на работу целой отрасли, например, сотовая связь, то есть сотовые вышки в некоторых государствах и странах, регионах питаются только от дизель-генераторных установок. То есть есть задача у непосредственно у пользователей, у владельцев дизель-генераторных установок обеспечить бесперебойную работу таких агрегатов и производственных процессов, потому что простой он связан с огромными финансовыми потерями. Именно поэтому владельцы, собственники ДГУшек хотят контролировать и получать в режиме реального времени текущие параметры работы, диагностические сообщения, а в случае каких-либо экстренных сбоев в работе оперативно иметь возможность оперативно выехать. Изучив все хотелки наших клиентов, все их запросы, которые поступают к нам, к нашим партнерам, мы разработали определенный набор функциональных модулей, которые предъявляются к построению такой системы. В первую очередь это параметры, связанные с работой двигателя. То есть время работы, температура, охлаждающая жидкость. Ну, вы... Те, кто работает в транспортной тематике, в принципе, про это знаете. Дальше это параметры, связанные со спецификой применения дизель-генераторных установок. Например, вырабатываемая мощность. Или вырабатываемая мощность, приведенная к расходу топлива. Есть там такие параметры, как косинус фи, внедрение процессов автоматизации управления. То есть это так называемые специфические параметры, связанные с отраслью. Дальше, сам уже про банкет думаю, это очень важные параметры, связанные с топливооборотом, то есть контроль топлива, движение топлива от заправки до потребления. Ну и, соответственно, интеллектуальная составляющая, это софт, возможность построения отчетов и, соответственно, мониторинг в режиме реального времени. Немножко поподробнее остановимся вот про те параметры, которые я говорил, касательно работы двигателя. Это обороты. Для дизель-генератора установок очень важно поддерживать обороты на определенном уровне. То есть они работают всегда в каких-то рамках. То есть там 1500 плюс-минус 3%. И выход за рамки таких оборотов двигателя считается внештатной ситуацией. Очень важно получить информацию
да, о том, что такое случай произошел, и, соответственно, оперативно как-то на это среагировать. Давление масла, температура охлаждающей жидкости. Вот это специфический параметр, который просят у нас заказчики или у наших партнеров при построении систем мониторинга транспорта. Это контроль вырабатываемой мощности. Откуда мы его берем? Это установка счетчика электроэнергии, либо уже там как, какими-то кулибинскими методами считывать, получать данные о силе тока, о напряжении. Либо, если есть установлен какой-то контроллер, брать данные оттуда. Ну, про контроль топлива я не буду говорить, все про это прекрасно сами знаете. Отчеты, это уже ближе к софту, то есть не ближе к софту, то есть это уже настройки телематического софта, в данном случае Виолон, то есть для каждого генератора построить определенного рода отчеты за определенный период с определенными данными. И такой важный момент – это отчеты о внештатных ситуациях, которые могут возникнуть при работе дизельно-генераторных установок. Вот у нас на протяжении двух дней установлен стенд мониторинг ДГУшек. Кто-то подходил, там смотрели, то есть все они внештатные события, да? Их можно легко настроить, в зависимости от того, что нужно вашему заказчику, да, соответственно, получать информацию. Какие варианты решений, какие группы вариантов решения мы видим при внедрении таких систем? Первое – это самое бюджетное, автономное решение – установка счетчика топлива. То есть это для тех клиентов, которые хотят сократить издержки на воровство и контролировать потребление топлива дизель-генераторной установки. То есть счетчик поставили, контролируете потребление, а также различного рода расход и время работы двигателя. Второй вариант – это контроль без телематического сервиса. То есть это актуально для тех регионов, где нет сотовой связи, и для тех, кто хочет получать данные, ну, по какому-то каналу без режима реального времени. То есть это сообщения могут приходить там, по СМС на e-mail, там, Facebook, SMS-ки, как угодно. То есть это все настраивается. Минус, конечно, это информативность. Ну, вот примерно в таком виде они визуализируется у клиента. Ну и самое популярное, без сомнения, это полная система с максимальным набором датчиков в режиме реального времени работающая, и где данные отображаются уже на Виолоне, на телематическом сервисе. Какое оборудование? В принципе, какие группы оборудования можно применять для построения таких систем? Ну, в первую очередь, это расходомеры топлива. То есть, что они дают? Это фактическое потребление топлива, режимы работы двигателя и, соответственно, контроль этих параметров. Дальше, это датчики уровня топлива в бак. В чем их суть, важность применения. Благодаря их установке можно настраивать различные системы управления подкачкой насосов, что в некоторых случаях очень важно. То есть настраивать события, когда необходимо включить насос. Например, когда в баке остается меньше 10% от полного. Да? То есть тогда включается насос. Соответственно, бак из расходной емкости пополняется, ну, из хранилища пополняется в расходную емкость, соответственно, от него питается уже дизель-генератор. Следующая группа телематического оборудования – это считывание данных с кэн-шины дизельного агрегата. То есть, естественно, это актуально для тех дизелей, где установок, где есть
коньшина. Она, естественно, есть не везде. Да. Мы используем любые терминалы. Ну, то есть мы же как бы производители, наши интеграторы используют любые удобные для них терминалы, которые работают с технологией S6. То есть это Galileo Sky, это Navtelecom, это Neomatica, это Tiltonica. То есть с кем у Технотона подписаны декларация совместимости. Давайте, может быть, вот я сейчас проговорю, а мы с вами пообщаемся. Это после. Да, дальше... коллеги, давайте все вопросы в конце. Спасибо. Дальше это оборудование для визуализации данных на борту. То есть это может быть какой-то штатный дисплей, установленный на ДГУ непосредственно на заводе, либо вот мы предлагаем MasterCon-дисплей для настройки, соответственно, параметров, набора параметров и его визуализации. Хочу обратить ваше внимание вот на такой продукт. Это цифроаналоговый преобразователь. Для чего он нужен? Это решение, которое позволяет масштабировать систему, то есть подключать чужие датчики. Аналоговое, частотное и, соответственно, заводить их в систему мониторинга дизель-генераторных установок. Ну и через них же, собственно, происходит процесс управления насосами, то есть через такой прибор. Ну и телематический шлюз – это терминал, про который мы говорили, который собирает информацию со всех датчиков и передает их уже на телематический сервер. Технология, которую мы называем S6, вот она, принцип ее – это простота интеграции различного рода оборудования, простота построения системы, а также возможность простой интеграции чужих датчиков, вот, которые или штатных датчиков, и их применение в составе системы мониторинга транспорта, мониторинга дизель-генераторных установок. Для наших партнеров, которые обслуживаются у нас на телематическом сервере ORF4, ну, он же Виалон брендированный, мы разработали шаблон, который называется дизельный генератор. То есть вот это все те параметры, о которых я сегодня рассказывал, вот они уже заточены в шаблон. То есть можно, в принципе, при покупке там, какого-то оборудования и обслуживание у нас, его заказать. То есть не стоит придумывать велосипед. Итак, реальные кейсы, где мы это применяли, это первый в Нигерии. То есть задача у клиента была сократить издержки на обслуживание генераторных установок, установленных в банках. То есть там регламент был определенного рода. То есть и включение... постоянного включения ежедневного, там, на час, на полтора. То есть необходимо было контролировать время работы и, соответственно, потребление топлива. Решили установкой расходомеров, телематического трекера, заведением системы на Виалон, соответственно, как результат, снижение затрат на 30%. Еще один интересный кейс, который был в Чили, значит, необходимо было исключить человеческий фактор в бесперебойной работе дизель-генераторных установок в заповеднике. Какой состав системы там внедряли? То есть расходомеры, соответственно, датчики уровня топлива. Мало того, что необходимо было завести эти данные в панель управления, построенную на SCADA, так и еще нужно было отправлять данные онлайн, то есть на телематический трекер. Собственно, вот здесь на картинке вы можете посмотреть, как это выглядит в SCADA. Тем самым
когда уже весь проект внедрился, то есть вот эти задачи бесперебойного электроснабжения, исключение человеческого фактора, были решены. Таким образом, мы предлагаем подходить комплексно к решению задач по мониторингу дизель-генераторных установок, выбирать оборудование под нужды клиента, предлагаем технологии, обеспечивающие простую интеграцию различного рода датчиков, штатных, плюс дополнительных, плюс получение данных из электронных блоков управления в самом генераторе и, соответственно, передача на Виолон для последующей обработки. Да. Автозавод генератора. Автозавод – это автозапуск? Да, автозапуск. Это можно настроить при определенном… Ну, то есть надо сформировать событие, что считать автозапуском. То есть смотрите, тумблер нажать какой-то, да? Когда генератор долго выключен, он с дотом вместе сажает аккумулятор. И генератор уже потом не может завестись, ему не хватает напряжения. То есть нужен какой-то мониторинг батарей, если они упали ниже порогового значения, завести генератор, довести их до нужного уровня и потом опять отключить. И все это делать не через Виолон, а на стороне прошивки устройства трекера. Я думаю, что этот вопрос можно решить. Сейчас не готов прямо ответить, но технологии это позволяют. То есть ничего сложного в этом нету, но настроить. То есть нам надо снимать данные с аккумулятора, правильно мерить напряжение, которое находится на аккумуляторе постоянно, в режиме реального времени. Ну, да. После того, как мы настроим определенное событие на Виолоне через наш телематический трекер, допустим, там напряжение питания падает там ниже скольки? 10 вольт. 10 вольт. Мы должны привести в устройство, включить, грубо говоря, какой-то запуск, правильно? Подзарядить и вырубить опять. Вот, мы должны его завести, используя цифроаналоговый конвертер. То есть тут есть дискретные входы, соответственно, он может что-то включить, завести, задать следующее событие, когда дизель-генератор выключить. То есть, допустим, через час работы. Ну, оценить, за сколько времени там аккумулятор подзарядится. Выключить его, ну и все. Хорошо. Может быть. То есть никаких вопросов. Ой. Все, у меня как бы я закончил. Отлично. Большое спасибо. Возможно, у кого-то еще есть вопросы в зале? Нет вопросов, да? Хорошо, тогда большое спасибо.